Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас будет такой обзорный обзор. Такой общий обзор магазина, где продаются все, сумки, обувь, шарфики, перчатки, мебель, посуда, шапочки. Но мы сегодня пойдем, наверное, обувь и сумки. Посмотрите, какие красивые варежки, какого красивого цвета. Фирмы компании Вера Мода на сейле за $12, а были 25. Есть такие розовенькие, а розовенькие подороже. Видите, 14, были 29. Наверное, получше состав. Но эти такие красивые, и внутри у них, видите, есть подкладка. Помните, как в нашем советском детстве у нас были такие варежки с фланелевой подкладкой? Вот это что-то типа того. Но вы знаете, что для Канады это тема. Их много, вот такой цвет красивый. Вот на подарок. Я удивляюсь, что их не разобрали перед Рождеством мы подарки. Потому что у нас вообще все разобрали. У нас магазины вообще полупустые стоят. Это ужас какой-то. Вот после Рождества, после Нового года я сейчас рванулась что-нибудь поснимать. Боже мой. Во-первых, распродажи были. Сначала все Крисмасу раскупили на подарки. Смотрите, какая шапочка симпатичная. Всего тоже $14. Какая хорошенькая. И вот по цвету можно подобрать к варежкам. Есть розовый, есть зеленый. Короче, все разобрали на подарки, а потом все разобрали на распродажах. И на самом деле практически ничего в магазинах нету. Шапка с бусинками, шарфик с бусинками, вот зеленый шарф красивый, много вот таких шляпенций. Я помню, что я в прошлом году хотела что-то себе прикупить, мерить не буду, у меня такой вид непрезентабельный, что я, мне сейчас только шляпу примерять, у меня такое лицо, что это, черт, надо было накраситься, я не накрасилась, поэтому мне хоть примеряй, хоть не примеряй. Так, шляпы Панамы из меха, сколько они стоят? Не пойму я, что-то за цену. Непонятная цена. А вот, $25. Ну, ничего, так недорого. Вот так, такие шапочки. Бабушкиные вязки есть вот такие. За 30-ку. И есть вот такие бежевые. Так. Береты, в общем. Ну, такие, бабушкины шляпы. Вот есть такие прям меховые бабушкины шляпы. Смотрите, какая прелесть. Ой, жалко, что я попримеряла их, но у меня такое лицо 45, что лучше вам его не показывать. Вот такие черные есть. Есть такие кепи. Nine West шапочка из меха за $45. Тоже, между прочим, с теплой, с утеплителем внутри. Видите, вот такая панама, тоже меховая, с утеплителем внутри. Это не совсем панама. Слушайте, много шапок. Вы знаете, в прошлом году я помню, что я как-то после Нового года хотела поснимать шапки. Я увидела, что нечего снимать, все разобрали. Вот смотрите, какой комплект оранжевой варежки и шапочка. Как прелестно. Ну, в общем, вот, много всего похожего, одинакового. Шляпа красивая какая, цвета такого. Так, перчатки. Ну, здесь перчатки я видела в другом месте получше, но обычные перчатки. Ничего особенно снимать не буду. Шарфы, пояс. Вдруг здесь висит не по теме. А вот много поясов. Он по теме висит, просто его немножко перевесили. Вот красивый какой пояс, смотрите, зеленый. Вернее, цвета морской волны. Очень красивого цвета, но он, наверное, не кожаный. Да, скорее всего, не кожаный, а такой деревянный. Вот такие вот зелененькие с красивой пряжечкой. А так обычные пояса, ничего особенного. Замшевые $39. Вот такие пояса, кстати, я очень люблю. Знаете почему? В них не надо дырочки ковырять. Если вам он слишком длинный или слишком короткий, то можно вот в любую, так сказать, воткнуться, в любую вот это вот переплетение между
Вот видите, нарисовано, что он кожаный. В любую дырку между вот этими переплетениями и все. А вот остальные пояса, в которых нужно дырки ковырять, это уже проблема. Ну и вот тут целая куча вот таких вот поясов. Кстати, этот бренд у них продается в бижутерии. И он же делает вот такие вот пояса вот с такими вот красивыми пряжками. Сколько они стоят? $30. Ну, нормально, не страшно. И вот они всякие. Есть такой резиновый, а есть вот обычные. Под леопарда. Вот красивенький, симпатичный, с сердечком, правда? Необычный. Мне даже он понравился. Сколько он? Тоже 30-ка. Ну ладно, подождем до сейла, да? Так, сумки. Сумки какие-то летние уже, да? Вот смотрите, сумка Карл Лагерфельд. Ну это же прямо круизная коллекция. Это же прямо вот сейчас в отпуск. А вы знаете, еще у нас очень много вещей продается. 188. Очень много вещей зимой продается именно летних и именно отпускных. Потому что вот сейчас самое время зимой, все едут в отпуск, все едут на курорт, все едут в Фосил. 343, на сейле было 429. Я, по-моему, вам показывала в каком-то своих обзорах. Очень мне нравится эта сумка Фосил, она очень приятная, но очень дорогая. Короче, все у нас сейчас в магазинах полно купальников, полно шляп всяких, полно вещей, которые нужны для лета, для отпусков. Потому что сейчас все ломанулись на курорт. Вот какая же сумочка хорошенькая, $29, $28.96. Потому что сейчас зимой, самый холод, и кончились праздники, люди в депрессии. Сегодня, кстати, я снимаю, сегодня 15 января. У меня было видео на эту тему, это называется Blue Monday. Второй или третий понедельник января, по-моему, третий. Ну, я не помню, как надо посчитать. Это самый грустный день в году, когда происходит больше всего происходит, представляете, всяких неприятных вещей. Люди очень в депрессии, в большой, очень расстроены. Вот смотрите, какие хорошие распродажи у нас. Было 55, сейчас 27. Вот смотрите, какая милая, симпатичная зелененькая сумочка. Это кожзам, конечно, но она очень даже ничего. Так вот, сегодня Blue Monday. Вот этот самый Blue Monday называется, он грустный понедельник. Самый тяжелый грустный день в году. Вот он как раз сегодня и происходит. Поэтому самое время пойти в шопинг, чтобы немножко развлечься и отойти от грусти. Но на самом деле начал так говорить, потому что вот в это время и всем хочется в отпуск, всем хочется куда-нибудь поехать на сейле. Видите, Карла, сумочка. Всем хочется куда-то тепла, солнца, потому что вот чем, так сказать, характерен этот день, что все как бы холодно, зима, кончились праздники. 223, тоже симпатично. Праздники кончились, елки все выкинуты, значит, все украшения рождественские сняты, ничего не блестит, не сверкает, настроение у всех плохое. И еще один момент, что все получают счета свои после рождественские. То есть все вот натратили денег, нафурыкали за Рождество, покупали подарки, ходили в гости друг к другу, много-много тратили денежек, и теперь нужно вот как раз середина января, нужно за все за это расплачиваться. Вот, поэтому настроение у всех плохое по этому поводу. Поэтому этот понедельник называется Blue Monday. Blue по-английски это не только голубой, это также такой грустный, печальный. Вот, поэтому вот так. Вот. И, конечно же, от зимы, от этого холода люди очень хотят куда-нибудь уехать. Поэтому многие реально сейчас вот собираются и уезжают на каникулы на Карибы, в теплые страны и так далее. Видите, сколько распродаж у нас еще? Всего полно. Вот Томми Хилфигер. Да? Мне кажется, это... Нет. Коллаб какой-то. А такие цвета, как у Томми Хилфигера. Я перепутала. Так, это кто у нас такие хорошенькие? Это тоже Ральф Лорен.
коричневая такая, 215. И красненькая такая вот на цепочке. Очень миленькая сумочка. Так, что у нас здесь? Здесь у нас фосил тоже, продолжение, 269. Там вот такие кожаные, а это из джинсы. Должно было бы подешевле стоить из джинсы, но нет. Фосил решил, что и из джинсы тоже будет стоить дорого. Вот тоже джинсовая такая вот сумчонка. Короче, Guess, сумки Guess, у нас тоже их много, хотя они не очень популярны. И вот я, кстати, слышала, что Calvin Klein, слышала, что в Европе они более популярны, чем у нас. А у нас Guess как-то, вот эти все Guess, Calvin Klein, Ralph Lauren, они особенно не в почете. Хотя вот видите, какая дорогая, $155, это Guess. И скорее всего, что она не кожаная, да. И вот стоит $155. Ну, будет висеть, пока на сейл не уйдет. Вот хорошенькая Guess, кстати. У них иногда бывают очень симпатичные сумки. 130. Малюсенькая такая. И они все не кожаные. Почему они такие дорогие, я не знаю. Но внешне выглядит очень, очень миленько, очень симпатично. Вот маленькая совсем. Совсем маленькая малютка. Очень сильно копирует Зару. Праду. 120. А, тоже симпатичная. Но это очень-очень прям вот напоминает. И это вот, за это я не очень люблю Guess. Что они очень сильно копируют другие бренды. Практически у них ничего своего и нету. Вот единственное вот это. Вот это я вижу сейчас у них новые появились. Новый значок. Потому что вот этот вот треугольник, это прям была копия Прады. А вот этот сейчас, видите, это какое-то новое у них, 155. Это новый какой-то выпуск вот таких вот, вот с таким вот значком. И она интересная, неплохая. Calvin Klein, такие совершенно обычные, такие бабуленские сумки. Бабуленские. Но вот это неплохая, кстати. Зелененькая такая красивая ручка. Хорошо сделана. Симпатично. Цена 198. Ну вот это неплохо. Так, пойдемте. Я вам рассказала про голубой понедельник, но на самом деле это не голубой. Это просто звучит как blue. На самом деле это он не голубой. Это грустные. Ну, в общем, вот таких вот сумок тоже валом, разноцветных, красивых. Мне кажется, они все летние, и вот они до сих пор на сейле, потому что они появились летом. Я их помню летом, разноцветные вот эти сумчонки. И они так с лета вот лежали и пошли, в конце концов, на распродажу. Так, обувочка. Пойдемте посмотрим. Тоже все на сейле. Клиренс. Сколько? $90. Так, это тоже Vera Moda. А были 120. Вот. Вот такие вот ботинки. На искусственном меху. Даже... А, они даже дешевле. Видите, они сейчас 60. Ну, вот. Всякие вот такие вот. Страшко. Но это сейчас в моде. Мне не нравятся они. Мне это все не нравится. Мне все это не нравится, но это сейчас модно. Сейчас так модно, поэтому я помолчу, потому что я сейчас буду сильно ругать, мне скажут, ты что, ты ничего не понимаешь в моде. Это же самый писк и визг Стив Мэдден, а ты дура. Так, $88. Вот такой Стив Мэдден из Чебурашки за 77. Короче, вы знаете, прям реально мало у нас, прям реально мало товаров, потому что все раскуплено, и у меня такое впечатление, что еще не новое как-то не привезли. Вот тут и сапоги, Naturalizer, кстати, это хорошая компания, которая делает очень удобную обувь. Так, ну вот эти вот калоши. Биркенштоки. $120. И даже они сейчас не на сейле. Представляете, как странно, да? Зимой они должны быть все на сейле. А они по полной цене. 210. Ого.
Вот так. Так, вот красивый сапожок. Такой ковбойский сапог. Черный. О, боже, какие тяжелые. Тоже на сейле за 195-200 долларов. Там что-то внутри лежит, что его поднять невозможно. Но сапожок симпатичный. Вот тоже модные, модные туфленцы. Вот эти легенькие за 42. Вот эти легенькие. В общем, понимаете, вот у нас продается вот все, что, ну вот, очень такая банальная обувь, обычная, ничего особенного, просто такая, которая, которая везде и всюду 112, везде и всюду продается, ничего такого необычного и оригинального особенно здесь нету. Так, золотые, серебряные. Серебряные босоножки за 45. Дешевые. Ну, вот эти, кстати, модные сейчас. Вот такие вот. Вот эта тема, я уже, по-моему, говорила много раз. Тема космического серебра. Так, что здесь? Что здесь? Здесь всякая спортивная обувь. Это совсем не интересно. Здесь тоже всякие ботинки. Много разных. Что-нибудь... Вот эти вот. Очень полезная обувь в Канаде. Когар. Это хорошая наша канадская компания, которая делает вот такие вот зимнюю такую обувь, которая вот, знаете, по снегу, по лужам, по слякоти. Все, что у нас как бы происходит зимой. Ой, какое все страшное. Боже ты мой. Так, даже вообще не буду говорить ничего. Так, ну ладно. В общем, всего много, все на распродаже, но все такое. Ну, это то, что сейчас в моде. Ну, что делать? Сейчас такая мода. Вот, смотрите, какая розовая барбекор. Почем? 82 доллара. А, это Акс. Это Уги, представляете? Вот, посмотрите. И вот такие вот они. Внутри мех, а здесь резина. Да, да, да. Так, что здесь? Тапочки домашние тоже Уги. За 92. Ну вот красивые, более или менее. Для женщин, для дам. А то ж все такое какое-то. Дам, не дам. Что для дам, что не для дам. Ну и здесь все юзовенькое, блестящее. О, вот это вот уже остатки от праздничных новогодних. Праздничных новогодних коллекций, крисмасных, рождественских за 111. Угу. Угу. Вот красота вся какая, блестка. За 236. Девчонки там что-то рассматривают, я им мешаю. Ну вот, это тоже как бы наше, наше то, что нам надо. Из всей вот этой уродской обуви, хотя бы эта обувь уродская, но по делу. Потому что это тоже Когар, до минус 24 градусов температура. Почем они сейчас? За 190. Водонепроницаемые. Хорошая такая обувка. В огне не горит, в воде не тонет. Но, кроме шуток, вот, вот это тоже Storm by Cougar, тоже до минус 24. Понимаете, вот те вот страшные ботинки, они просто страшные, потому что они пытаются быть модными, потому что сейчас мода на такое. А эти вот всегда, мода не мода, 89 долларов, хорошая цена сейчас на сейле. А вот эти вот, мода не мода, они всегда у нас продавались, потому что это то, без чего в Канаде не обойтись. И такая обувь нужна всем, абсолютно всем. Поэтому они хотя бы 89. Они хотя бы страшные, но в этом есть смысл. Потому что, видите, вот это вот все, все резина, которая не непромокаемая. Вот это тоже такая непромокаемая совершенно баллония. Внутри они утепленные на флизе. Прекрасно. Прекрасные ботинки. Для нашей зимы то, что надо. И цена хорошая. За 89 долларов сейчас. Ну, наверное, нет размеров. Я бы себе купила. Потому что, понимаете, вот это просто так. Вот это вот.
вот это вот. Это уродство просто так, без всякой причины. Оно и промокает, и продувает, и все что угодно. А вот это, например, уже уродство с причиной. Это акс на меху, замша. Здесь все водонепроницаемое. И цена на сейле $296, а стоили $370. Я вам не видно, наверное, сейчас покажу. Вот, видите, цена. 370 стоили, сейчас 296. Но ботинок реально классный. Вот, смотрите. Ботинок реально, реально то, что надо. Вот. Потому что вот это вот все, это просто так. А вот, это реально, реально то, что нужно для зимы. Ну что, девочки, мы сделали полный обзор. Беретики всех цветов. На любой случай жизни. Пойду посмотрю в украшения, если там что-то есть интересное, новое, покажу вам. Так, украшения, по-моему, я вам это все уже показывала. Мне кажется, что ничего нового не прибавилось. 20 баксов. А это мы уже все с вами видели. Или мне кажется. Тоже все так хорошенечко подраскупили к Рождеству. Видите, это такой хороший подарок. Особенно не надо напрягаться и париться. Размер не надо знать, подойдет, не подойдет. И все такое еще такое праздничное. А вот что-нибудь такое поспокойнее на каждый день. Смотрите, как красиво. Какой красивый. Сейчас мы его найдем. На каждый день еще так ничего не прибавилось. Боже, как красиво. Какая же я сорока, ну, $25, не так уж и дорого. Смотрите, как красиво. Ну, это прям на выход. Вот такие вот крупные ожерелья за 28. Слушайте, или мне кажется, или я привыкла просто к каким-то уже безумным ценам, что как-то это все стало подешевле. Раньше мне казалось, что они все такие дорогие. А, ну вот это 34, ну вот это уже подороже. Что я помню, что вот эти украшения у нас были... Довольно были дорогие. А сейчас я смотрю, там $24, но это как бы не страшно, не смертельно, да? Какое-то детское все. Здесь вот серьги. Смотрите, какие симпатичные. 24. Ну все, все вот такое вот. Все на выход, на выходные. Вот это, по-моему, все-таки новое, хотя написано сейл. Видите, можно взять, если один покупаешь, второй бесплатно. То есть можно выбрать набор, допустим, серьги и колье, купить. И у вас, допустим, сережки получатся бесплатно. Но, вы знаете, мне ничего не надо. Я затариваюсь в секондах винтажных. Это все тоже с Рождества еще. Видите, всякие праздничные. Ну, красивые, конечно, красивые. Вот, посмотрите, какие красивые. О, всякие разные. Какие хочешь. Вот эти 30-ку стоят. Вот, смотрите, какие красивые. 24. Ну, все, в общем, такие. Симпатичные тоже сережки. 25. Да. Ну, в общем, девочки, вы получили представление. Вы поняли, что у нас в магазинах ничего не изменилось. Все то же. Смотрите, красиво какое колье. Реально мне нравится. Такой гвоздь Cartier, типа. Ну, а-ля. Сколько он стоит? Ого, $55. А я только что сказала, что вроде какие-то украшения стали не такие дорогие. Вот такая змейка. Почем? По 58 даже. Ну, оригинально. Красиво. Смотрите, с камушками. В общем. Интересно. Много чего интересного. Ну, все, видите, вот такое вот. Все праздничное. Ну, собственно, на то и бижутерия.
бижутерию на каждый день. Кто покупает на каждый день бижутерию? Бижутерию на каждый день. Есть всякое золото, покупают. А вот она на праздники, вот покупают вот такое. Вот $26. Смотрите на сейле. Красиво. Красиво, прекрасиво. 38 цепь. Да, ну хорошо, девочки, я, наверное, буду с вами прощаться. Мы уже много чего насмотрели, пересмотрели. И думаю, что вы получили представление. На сегодня все. Будем прощаться. Увидимся в следующем видео совсем скоро. Наверное, будут украшения снова. А на сегодня все. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Всем пока. Bye-bye.